Ирбит в красках, в акварели, в пастели, в масле и иногда даже в карандаше. Участники пленэра подвели итоги своего 10-дневного погружения в город, в его историю, культуру, архитектуру и настроение. И представили свои впечатления, выраженные на бумаге и холсте в рамках итогового просмотра, прошедшего в последний день Ирбитского пленэра 2021. Здорово, что все это вы организовываете, собираете столько художников. Такая атмосфера творческая. И город у вас богатый и историей, и музеями, и архитектурой. В общем, здорово. Сама атмосфера вашего пленэра очень вдохновляет. Благодарность организаторам, благодарность городу, благодарность его жителям. Практически каждый художник, представлявший свои работы на итоговом просмотре Ирбитского пленэра, не скупился на слова признательности и даже восхищения. Ведь у многих за прошедшие 10 дней успели сложиться удивительные взаимоотношения с городом. Город не разочаровал точно, но он вызывал смешанные чувства. И в течение вот этих 10 дней вот эти наши с ним взаимоотношения очень менялись. Первая очарованность стариной и руинами, ну вот в таком благородном смысле, сменилась состраданием этому городу и большой болью. Потом эта боль успокоилась и пришло понимание, что естественные это все процессы. И наступила такая уже полная любовь к этому Ирбиту, как к существу, я уже говорила про это. Вот, и я думаю, что я обязательно к нему вернусь, потому что ну, это вот такой большой друг теперь. Ирбит. От 5 до 15 эскизов, этюдов, рисунков или даже живописных полотен представил каждый мастер по итогам пленэра на оценку творческого жюри. При этом многие отмечали, это лишь малая часть того, что удалось наработать за 10 дней. И тем не менее, сами художники говорят, что Ирбит еще можно рисовать и рисовать. Так что почти каждый уже хотел бы посетить наш город в будущем. Я думаю, что мы все-таки не всего еще перерисовали, и здесь остались какие-то кусочки, в которые бы хотелось бы попасть. Может быть, бы хотелось посмотреть на город осенью или весной, или просто в пасмурную погоду, что вот как бы сменить колорит картины или посмотреть на это все немножко по-другому. Очень радует, что здесь приезжают художники со всей России, что каждый везет свою школу. Здесь, конечно, нас с радушием встречают. Делают нам какие-то условия, проводят интересные мастер-классы. То есть, ну, здорово. Хотелось бы вернуться. Шанс увидеть и оценить созданные в этом году художниками портреты нашего города урбичан еще есть. Напомним, некоторые из них остаются в городе. В качестве презента Ирбиту и Музею народного быта от авторов они будут представлены на выставке в рамках Ирбитской ярмарки. А вот другие станут частью личных коллекций художников. И, возможно, однажды представят наш город жителям других регионов страны. Ваш Ирбит, как бы и на больших выставках бывает, теперь мы показываем. И, в общем-то, вот те, которые из Перми, наверное, и в других городах тоже происходит. А вот те, кто из Перми, они и на краевых выставках, и на российских выставках показывают, и на международных выставках есть. Поэтому так с Ирбитом все нормально. Мы как бы популяризируем его. Юлия Берсенева, Евгений Присяжнюк, Павел Тимофеев, НТС Ирбит.